В Берицах стали массово воровать пионовидные тюльпаны с городских клумб. Редкие сорта цветков заказывали из Голландии, потратив на это почти 90 тысяч леев. И если для одних это повод поднять себе весеннее настроение, то для других – пополнить свой бюджет или украсить огород. Это пионовидные бахромчатые тюльпаны желтого и красного оттенка, которые находятся в цветнике между аллеей классиков и мультифункциональным центром. Всего за одну ночь здесь было сорвано порядка 440 цветков и около 30 вырвано с луковицей. Тюльпаны расцвели в середине апреля и стали местной достопримечательностью. Яркие и необычные для города цветы привлекают взгляд. Очень красиво. Приятно смотреть, вот фотографирую, послать своим подругам. Зачем это все вот так вот портить, да, воровать? Ну, это же нехорошо. Жалко, конечно, так, ну, так, такую красоту за одну ночь, это вандализм. Люди стараются для нас, для жильцов. Ну, это уже мародерство, я считаю. Не надо так делать. Люди стараются. К чей для спати версии, курсив примарии, алукрязы, фачка муниципил София Унул, дентр челев массиши. В общей сложности муниципальное предприятие благоустройства и озеленения высадили в Бельцах 11 тысяч луковиц, почти 10 сортов пионовидных тюльпанов. Не просто вырывают тюльпаны, а воруют сами луковицы, выкапывают их. Конечно же, на будущий год эти цветники уже не будут выглядеть так, как они выглядят сейчас. И, безусловно, это большой труд для нашего предприятия, потому что это все придется выкопать и опять это все оформлять. Естественно, мы подбирали это все и по высоте, и по цветам, для того, чтобы это было ярко, чтобы это было красиво и запоминающееся. Инициатором создания маленькой Голландии в Бельцах был мэр города, который вдохновился ими в одной из командировок. Злоумышленники выкопали уже более 130 луковиц и сорвали около 1000 цветков. Я эти тюльпаны увидел в Ясах, где мне они очень понравились. Я попросил наше предприятие «Био» заняться высадкой данного вида тюльпана, чтобы наши бельчане и гости нашего города могли радоваться. Ну, я очень расстроен, и я только могу обращаться к горожанам, чтобы давайте любить наш город вместе. Напомним, что вандализм такого плана становится обычным явлением для Бельц. Местные власти неоднократно жаловались на воровство роз, саженцев декоративных деревьев, кустарников и порчу новых урн.